поздравляю вас с победой, тем самым вы продлили свою беспроигрышную серию во второй лиге до 3 матчей. Как оцените сегодняшнюю игру своей команды? Ну, было тяжело, но хотя одна игра была, но мы не размялись, все-таки далеко добираться. Вот, в прошлый раз было 2 игры, мы 1 игру отыграли, выиграли, а вторую игру, первый тайм, очень хорошо сыграли, уже размятые были. Вот. По вашему мнению, отсутствие голов в первом тайме как-то сказалось на игре во второй, и команда «Законники» проводила свой второй матч. Может, уже во втором тайме они слегка уже подустали все-таки? Да нет, у них была игра через игру, а у нас первая. И, наверное, в первом тайме мы привыкали друг к другу, и была какая-то осторожность. Вот. Команда уверенно идет уже во второй лиге. И какие цели и задачи ставит на этот этап? Ну, цели, надеюсь, что мы пройдем в следующую лигу. Место в четверке, все-таки без поражений пока идем. А так, ну, главное, победа, да.